всех. Они этого заслужили. Джей, слышишь? Ты чё там увидел-то? А, да, бля, не знаю. Показалось, наверное. Я не знаю. Чувак, чё делать-то? Надо искать Кевина, я не знаю. Бля, холодно. Согласен, зима суровая. Слушай, а чё мы тут стоим? Сейчас же ночь, нам надо укрытие искать. Тут ни дверей, ничего. Ну, слушай, я... Может, всё-таки Кевин важнее, я не знаю. Кевин важнее? Мы всё-таки уже... Чё? Ну да, мы сколько раз выживали и... Из всякой задницы выбирались. На этот раз тоже получится. Стой. Тихо. Стой. Что? Слышал? Да. Что это было? Ты такое слышал уже? Ну, знакомое, слушай. Это знаешь? Я такой рев слышал, когда... Мы с Кевином только прибыли сюда. Слушай, может это их этот вожак или как его еще назвать? Главный орет. Который белый такой? А, да, тот, что еще за нами следил тогда, помнишь? В доме. Ну я в доме его не видел, но... Ну... Я тебя помню. Чё за херня? Чувак! Чё? Где они все исчезли? Блять, всё. Всё, это... У меня уже мозги плывут. А тоже, что ли? Стоп, ты слышишь? Нет, это, наверное, только у меня. Опять я с ума схожу. Блять, такое... Нет. А? Я тоже слышал это. Шепот. Не ты сходишь с ума. Шепот? Ты да, слышишь? Да. Да, неразборчивый. Я это слышал в шахтах. Такое же. Я не знаю, что это такое. Блять. И что делать? Дружище, я не знаю, может нам надо отдохнуть немножко, тогда уж... Я не понимаю, что со мной происходит. Раньше не было. Как-то холод отступил на второй план. Я не знаю. Ты как? Джейк. Что? Что я опять здесь делаю? Привет, Джейкоб. Фуфик? Что ты здесь делаешь? Да вот, сижу здесь. Крис? Да вот нет, я просто пытаюсь сложить все голоса. Кевин? Кто ты? Ваше спасение. Тот, кто показывает вам верный путь. Я про то, что... Ну, Виндиго, кто ты? Почему я нахожусь здесь? Чем я вообще провинился? Ты не виновен. Проблема далеко не в тебе, Джейкоб. А в чем? Ты не можешь чуять предательство в ваших людских руках. Что? Я немного не понимаю, о чем ты говоришь. Разуй глаза, Джейкоб, и узри. Узреть что? Предатели? Среди нас есть предатель? Все верно. Мы с силы на исходе. Увидимся позже. Подожди, я так и не узнал. Да что же это такое? Предатель. Надо что-то делать. Твою мать. Что-то придумать. Я так и знал. Чёртов Крис. Сын,
Я так и знал. Знал, что ты чертов предатель. Ты идиот. Я всего лишь пытаюсь помочь. А ты без причины, из-за своих сраных голенов, пытаешься меня убить. И кто теперь из нас предатель, а? Что за херня? Не думал, что вы настолько агрессивны друг к другу. Так, погоди. Ты хочешь сказать, что Крис нормальный? Я-то не нормальный. Я вам двум придуркам пытался помочь все это время. Я ей помогал. Черт, и вообще, где это мы? Это ментальная встреча. Охотник на Вендиго. Обосраться. Мои предположения все-таки оправдались. Похоже на то. Покажись хоть, кто ты. А ты не боишься? Ну, знаешь ли, сколько живу тут, привык. Ну тогда смотри. Черт, я тебя знаю. Черт, так мы тебя уже видели. Я вас. Это ты вызывал мне галлюцинации, да? Мы были на слишком большом расстоянии для ментальной связи. Это побочный эффект. Ну, это страшно, знаешь ли. Так зачем ты нас сюда засунул? Чтобы вы не поубивали друг друга, а также предупредить. О чем? Среди вас есть предатель. Да уж, прости, Крис, я не думал, что... Забей, нормся. Силы на исходе. Зов собрал всех Индиго вместе. У вас есть время. На поверхности никого нету. До следующего заката. Слушай, много вопросов, Джейкоб. Слишком много. Ты это... Крис, бля. Чего мы? Сорян, окей? Ага, сорян. Да... Бля. Ничего себе. А удар у тебя поставленный. Ты это, понял теперь, да, какие галюны, бля, у меня были? Да. Фу, слушай, это... Это прям какой-то шторм мозговой был, это... жесть. Ты это... Слушай, это... Ты, бля, сорян, я подумал на тебя. Предательство сидело. Слушай, да ничего, на Кевина, бля, думаю, это думать. Не, с... Я понял, про кого он говорил, слушай. Этот, бля, как его? Который нас вырубил, да? Это тот, что... Который... С камеры, который базис, смотрел. Ну, да, слушай, ему... Наверное, он. Слушай, раз с Виндиго все сейчас... В логово побежали, то, бля, надо Кевина найти. Черт. Бля. О, нормально ты так меня приложил револьвером, бля. Да ты тоже неплохо, я тебе скажу. Сука, просто... Бля, ты меня прости, я просто уже с ума схожу, меня. Бля. О, твою мать. Мы просто... Блядь, рубить сгоряча нельзя. Смотри. Бутылочки, это... Это... Ты думаешь, это он? Может, это Кевин? Я не знаю. Но это, в принципе, в его стиле. Но когда он... Слушай, чувак, мы так и не обсудили вообще, что было. Там снизу? Да. Похоже, это была галлюцинация. Наверное, это вожак сделал, нет? Я не знаю уже, что, где правда, где ложь и где настоящий. Я уже запутался, если честно. Блядь, я тоже. Все может быть. Смотри, Крис, еще одна. Смотри, там еще одна дальше. Да? Да. Ага. Ты ума, чувак. Это прям как дорожка из бутылок. Ты посмотри. Ёб твою мать, что здесь? Блядь. Что-то случилось, да? Это же этот отель, помнишь, тут везде были шторы, все занавешено. Что произошло, твою мать? Куда пропала половина крыши? Виндиго что там, бля, ядерный реактор строит? И материалы нужны, да? То рельсы спиздят, то крышу, Смотри, еще раз бутылка. Смотри, тут еще одна.
И дальше. Они идут вот прямо дорожкой такой, чувак, я же говорю. Может, они... может, нам не стоит идти по ним? Ну, мало ли. Замануха какая-то. Типа Кевин. Виндик, что же он? А, типа ты думаешь, они такие... Ну, чтоб нас заманить, типа куда-нибудь в тупик загнать. Слушай, если можно доверять вожаку, если так можно его назвать, то... В принципе, Виндиго сейчас на улице нету, они в пещерах. Ну да, слушай... Хотя да, наверное. Бля, я чувак. Замечал, что после таких криков обычно... Как-то спокойно. Слушай, да, да, смотри. Когда мы первый раз приехали сюда с Кевином... Мы как услышали этот зов, никого на улице не было. Вообще. Сейчас так же. Может, мы можем ему доверять? Не знаю. Скорее всего, да. А, смотри, я еще вижу. Ага. Смотри, там целых 3 бутылки. Черт, как он столько с собой взял? Я... У него что, тележка какая-то с собой была? Супермаркета и пакет, блин, да, в пакет все складывает. А, точно. Смотри, не, еще. Наверное, любому, блин, набрал куда-то. Блять, они вообще пустые, нет? Зачем, если это Кевин, зачем ему так делать? Я не понимаю. Какая-то конспирация получается. Да и тот Кевин тоже был странным. Ну да, тот такой тоже необычный. Это, наверное, была галлюцинация все-таки. Раз, дробовика нету при тебе, у меня щита с собой нету. У меня с собой только фонарик. Так, а куда дальше идет? Смотри, еще одна бутылка. Куда этот след из бутылок ведет вообще? Вот еще раз. Вот. Крис. Да. Это что? Это что такое? Стой, осторожно, ты, может, это какой-то оползень здесь был, еще что-то. Может, там снизу вроде тоже, что ли, бутылки? Блядь, чувак. Блин, а если Кевин упал туда, я не знаю. Слушай, а может, это Виндиго реально заманивает нас? Не, ну если... А если они все-таки... Знаешь, у нас другого выхода сейчас, в принципе, нету. Ладно, давай вместе пойдем, да? Ну давай сначала я... И, чувак, приложи к лицу снег. Ну, пиздец, ты выглядишь, конечно, дерьмово. Ты прости, реально. Я все понимаю. Это эмоции, плюс еще эти галюные. Да я уже с ума схожу, пиздец. Ладно, давай я первый попробую, окей? Да, давай я. Сейчас. Ладно. Ой, твою мать. Эй. Да, нормально там? Все нормально, а? Просто оступился чуть-чуть. Ладно, я тоже, наверное... Давай. Слезай. Слушай, тут... Тут... Аккуратнее надо. Еще одна бутылка. Ты давай аккуратнее там. Угу. Что это вообще такое? Нормально? Да, 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 все хорошо. Смотри. Тут уже фонарик нужен. Куда это ведет? Это какая-то шахта, что ли? Да тут по земле, похоже, повсюду эти шахты. Крис. А? Смотри. Что там? Я не вижу. Узнаешь это место? Черт, это что? Что-то я в принципе, там вижу еще бутылку и что это, книга какая-то. Слушай, ничего необычного, просто книга. Давай спустись тогда аккуратнее. В середине пещеры. Вон, на тот камень прыгай. Нет, я так... Окей. Все нормально. Смотри. Крис. Я тебе отвечаю. Это то самое место. Точно, все, я вспомнил. Я вспомнил. Темно. Давай просто прочитаем и уйдем. Так, хорошо. Что в записке? Можешь почитать ты? Так, сейчас подсвети немножечко. Давай. Тут еще одна бутылка. О, что это? Это Кевин пишет, если... Да? Я не знаю, это его почерк.
Он пишет: «Это Кевин, я живой, и иду отдохнуть в старый дом Криса у рельс. Там, где бобы-строители сломали крышу. Бухло закончилось». Ну это точно Кевин писал. Тогда нам надо идти в твой старый дом, который у рельс. Наверное. Зачем он сюда шел? Зачем он... Почему? Блять, что за круги, чувак? Я вообще не... Крис. Да. Помнишь, там проход был? Его нету, слушай. Там... Погоди. Мы что, сквозь стену ходили? Или это было все галлюцинация? Нет, подожди. То есть этой комнаты вообще может быть не быть, да, получается? Получается так. Тогда зачем все это? Зачем тут весь круг событий круговой? Я не понимаю вообще. Как мы вообще тогда сюда попали? Оттуда сюда и... Блять. Ладно, пошли отсюда быстрее. Мне, блять, не по себе от этого места. Так, тут надо ползти. Было такое хорошее место. Хорошее место было. Люди здесь добрые были, я помню это. Ну вот, вот те люди. Вон там вот они сейчас. Угу. Давай, я первый. Давай. А, нормально все, да? Да, идем. Слушай, смотри, а вот это вино, оно не пустое. Хочешь немножко согреться или что здесь? Не, я не пью. Ну, ладно. Я про то, что зачем оставлять бутылки полные? Может, он туда нассал, не знаю. Все, нет. Он мог бы сделать это просто в пещере. Это правда. Чёртово же место. Да. Валить отсюда надо. Оттуда. Стоп, а в принципе, тут можно залезть, слушай. Я тогда первый попробую, окей? Давай. Раз. Два. Три. Держусь вроде. Твою мать! Нет. Сейчас еще раз. Раз. Два. Три. Еще. Давай. Слушай, Крис, башка пиздец кружится. Давай, ты залезь там. Ага. Черт. Давай, попробуй еще раз. Давай, вправо. Давай. Ты что ж такое? Сейчас, подожди. Окей. Ты что там, Крис, нормально все? Немножко закружилась. Знаешь, поплыла голова. Башка кружится, пиздец. Твою мать. Нормально все, не? Да. Давай. Почти. Давай еще раз. Ой, блин. Ты здесь уже? Да, здесь. Чувак, все. У меня сил нет больше. Все, я больше так не буду спускаться никуда. Чувак, все. Пиздец, башка кружится, реально. Я думаю, нам надо передохнуть. Черт, я хочу жизнь жрать. Ты бы знал. Так это, мы сразу, думаешь, пойдем? Я не знаю. У нас, думаю, выбора нет. В принципе, наверное, только где-то... Ой, черт. Только где-то 12 ночи. А, блин. У нас мало времени, думаю. Давай, ладно, тогда пойдем. Пошли. Надеюсь, этого успеем. А, блин. Крис, я не могу жить. Когда хочешь, мы там... посидим немножко. Когда мы там придем? Я не знаю. Туман, блин, не видно. Слушай, это знакомая локация. Мы уже пришли, слушай. Да, я... Да, что-то вижу. Да, вот.
Давай, пошли тогда быстрей. Фу, конец. Бля, у меня желудок отваливается. Я пожрал сейчас что-нибудь. Может, что-то найдется. А, не думаю. Слушай, Криса, а где дверь? Я не знаю. То есть... Куда? Зачем? Твою мать. Я же совсем забыл, что тут все разрушено. А что в записке? Бля, почитай, пожалуйста. Ты ё-моё... Так, это похоже опять он. Да? Я пишет... давай посвечу. Вот. Ага, вот. Да, да твою ж налево. Тут все сломано. Я тогда... С ошибками он пишет еще. В деревню пошел, в его старый дом. Жду там. Чего? Твою ж налево, тут все сломано. Тогда в деревню пошел, в его старый дом. Жду там. Блин, нихера не понял. Кевин напишет, конечно, давайте. Стоп, в деревню? Какую деревню? Я знаю тут только одну деревню. Ну, да, тут есть деревня одна. У тебя же там дом был, да? Да. Слушай, я мы... не знаю. Мы типа... в первую же... Не, во вторую ночь мы сразу же туда и отправились, на самом деле. И там как раз-таки... Мы в первый раз встретились с Виндигой. Ну как встретились? Почему? Не лицом просто к лицу, не подождать конечно. Было. Я не знаю. Слушай, в принципе, у меня даже как-то силы появились. У тебя как? Ну... ладно. Я тут, в принципе, потерплю. Но нормально. Нормально. Пойдем. Пошли тогда. Да. Кевин все-таки ждет нас. Слушай, а это далеко отсюда до деревни идти? Ты, в принципе, примерно знаешь, как идти туда? Через лес. Какой? Вот там вот или какой? Какой? Там лес, не знаю. Да лес. Лес. Блять, Крис, ты какой-то странный, сука. Блин, ты... Что? Мне... Ты понимаешь? Чего? Голова у меня болит. В смысле голова болит? Крис, блядь, в какой стране? В смысле, в той стране лес, все. Бля, можно было так сразу? Ты меня пугаешь чем-то, знаешь? Эти ваши виндиги... Черт, я не знаю, еще поплыло все у меня. Поплыло. Опять голоса, да? Что-то вроде того. Шепот. Я еще не привык просто. Я да не... знаешь, такое ощущение, что несколько голосов там. Первый такое нет. Ощущение, что мой, второй какой-то девушки, такой, знаешь, шепот такой. Третий какой-то мужской. Ладно, пойдем. Пошли. Через лес, говоришь, да? Да, да, через лес. А, окей, давай. Здесь, кстати, волки еще раньше водились. Но что-то я в последнее время их не видел. Надеюсь, их больше здесь нет. Блять, волки. Типа, появились более страшные хищники. Цепочка. Понимаешь, как... Цепочка. Пищевая. Цепочка. Цепь арку. Крис, это... Когда мы уже придем-то, а? Скоро уже. Придем. Как ты можешь ориентироваться? Тут же, блядь, деревья одни. Вот, видишь... Здесь рычажок стоит. Это я поставил специально, чтобы понимать, в какую сторону идти, в общем. Ориентир, короче. Рычаг? Нахера рычаг, типа. И что он дает? Да ничего не дает. Просто был рычаг, взял, прикрутил. Я же все-таки плотником был. Знаешь, у меня там всякие штучки, там замки, рычаги. Вот. Почему бы просто не резануть по дереву что-нибудь? Не знаю, резанешь, оно. Какой-нибудь кабан придет там своими клыками, знаешь, испортит. А тут сразу понятно. Короче, пойдем. Ладно. Так примерно через сколько мы придем уже? Да вот, уже должны минуты. Минуту. Две. А вот мы и здесь. Даже и минуты не прошло. Охереть. Вот мы и снова здесь. Слушай, какое-то... Это деревня, такое чувство у меня ностальгии, что ли. И
такое, блядь, нет, зловещее. Как будто кто-то со стороны леса смотрит, знаешь. Слушай, а у тебя в доме печки же не было? Ну и... Что? Типа... Ну, типа, электричества нету, а отопление там не работает с батареей. Я, знаешь, мы с Кевином, короче, вот в этом доме, если что, положили. Дрова там есть, да? И можем, короче, это... А. На всякий случай, если холодно. Молодцы, так... молодцы, да. Так. Да, надо бы. Что-то башка поплыла просто. Сейчас придем, отдохнем. Окей, давай тогда. Ну вот сюда. О, слушай, чувак, у меня очень плохие ассоциации с этим домом. Да не переживай. Стоп, погоди. А это что такое? Просто смотри, Крис. Что? Мы в этот дом зашли с Кевином. И впервые там с Виндиго встретились. А тут смотри, тут уже... камни какие-то. Это дом этих Джонсонов. Джонсонов. Джонсонов? Да. Эти Джонсоны нас сожрать хотели, знаешь ли? Ну они, это, знаешь, богатые были. В принципе, неплохая семья, но у них что-то странное было в семье. Тут какие-то порой непонятные были. Я тоже, да, знаешь, странно иногда, но... Да. Поверь, эти ребята вообще были... И чё? Короче, ты только еще хуже, да? Ну да, умножай на 2, на 3. Блять. Ну что, давай ты-то. Надеюсь, не закрыто. Стой, погоди, какая-то дверь. Чё? Она... Это не та дверь, то, что стояла здесь. Кстати, да, тут стояла такая, знаешь... Из дуба? Это какая-то другая. С когтями. Слушай, а где? Где? А где вся мебель? Господи, что здесь происходит? А, я не понимаю. Как будто кто-то реально построить решил себе огромный дом и всюду все крадет. Черт. Ну надо. А где вся мебель? Я вот про что я говорю, я не знаю. Она была, я тебе говорю, там диванчик стоял, тут такой старый телевизор. Может, кто-то решил, что этот дом заброшен, и, типа... Я давно не был здесь просто. Не, я говорю, мы когда были, тут все стояло. Твою мать. Ладно, давай тогда. А?